Добрый день, приветствую всех, кто смотрит мое видео. В прошлый раз я не смог испытать свой новый экструдер, потому что у меня полетели драйвера для шаговых двигателей. Сейчас я их получил. Сейчас печатаются детальки на новые. Вот драйверы получил для шаговых двигателей. 5 штук выписал. Сразу в комплекте идут радиаторы. Но, как оказалось, эти драйвера очень шумные. Никогда не думал, но когда подключил, поменял уже на все моторы, попробовал. Моторы работают очень шумно, то есть надо будет настраивать еще эти драйвера. Но вот что получилось, сколько браку. Это пытался напечатать, делал тест. Тесты, вот. Детали на экструдер, все, можно сказать, в мусорку можно выкинуть. Потом начал делать, специально скачал такие фигурки для теста, распечатал более-менее, настроил экструдер, оказалось, что температуру надо было повысить, я печатал на 210. Сейчас установил на этом экструдере 225, и подача у меня была 100%, теперь подача у меня 93%. Потому что начинал он печатать более-менее нормально, низ, вот это низ, и потом начинались проблемы, то есть филамент не подавался. Я сначала думал, что это в драйверах проблема, поменял их на родные. Но оказалось, не в этом проблема. Проблема оказалась в том, что подача филамента была сильно большая. И в определенный момент экструдер просто прокручивался, и филамент не подавался. Теперь вроде проблему эту решил. Сейчас распечатал новые детальки. Вот шестеренка. Одна. Это держатель. Это вот второй держатель. Этот держатель у меня еще при настройке вот как расклеился. То есть тут видно, камера сфокусируется, нет? То есть полностью отклеилась. Вот до отсюда шло все хорошо. Потом я заметил, что филамент остановился. Я сделал паузу, прогнал филамент, дальше включил. Все пошло, но на этом моменте оторвалась. Вот после того, как выставил температуру 220, подача 93%, то надо будет оборвать. То есть мне нравится качество, качество это было 0,3. Вот сейчас распечатаю дальше остальные детали для экструдера. Как распечатаю все, соберу и буду тестировать двухцветную печать. Вот настроил свой 3D-дрюкер для двойной печати, то есть для двух цветов. Протестировал, настроил, но не получилось то, что я хотел. То есть если деталь получается двух цветов, то есть вот это идет, должен быть синий, этот белый. Он у меня смешивается, это моя первая деталька. То есть если вот делать так, слоями, белый, синий, то так он печатает очень хорошо.
Также распечатал еще обдув для филамента. То есть нижняя часть, так и задумывалась, должна быть голубого цвета, а это остальное все белое. Но поддержки у меня были голубого цвета. Причем один слой голубого, один белого. Поэтому тут как бы передалось, получилось, что цвет такой светло-голубой. Верхняя часть крышки чисто белый. С качеством, конечно, надо еще потренироваться. Настройки потестировать. Поменять настройки. То есть вот я такой же печатал, но только в обратную сторону он мне не подходит, я его хочу вот сюда вот так установить. То есть одним цветом, не знаю, будет видно или нет, вот одним цветом качество намного лучше. Обои идут, одинаковая скорость была, одинаковая высота слоев 0,2 миллиметра. Так что будем еще дальше тестировать и настраивать. Также установил вентилятор, хотел сделать такое небольшое крепление, но у меня получается вентилятор сюда прям подходит, я его болтиками зажал и все. Здесь я распечатал из пластика тоже такой небольшой блок, и на нем крепится экструдер. Два цвета подается, два экструдера, как заметили, два филамента подается, как заметили, одно сопло там у меня. Вот который распечатанный блок мой. Как я уже говорил, вентилятор здесь должен стоять обязательно, потому что филамент сразу прекращает мнется, прекращает поступать. Показывал один экструдер. Вот один экструдер подает белый филамент, и второй я поместил сзади, еще не до конца прикрепил. То есть он сзади вот так вот. Сзади, в принципе, он, когда его еще на один болт прикрепить, его не будет видно даже практически спереди. То есть вот отсюда посмотреть, его не видать. То есть вот здесь вот еще один болт, все, его не видать. Монитор также я хочу убрать, хочу его поставить вниз. То неудобно лишний раз туда тянуться, настраивать. Ну вот и все. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии.